А ну иди сюда! Сейчас ты у меня получишь! Стою, смотрю на тебя и думаю. Может, уже зайдешь в телеграм-канал разработчика и подпишешься? Ему будет приятно. Не могу я делать то, что мне не нравится. Хочу жить свободно. Если я буду передвигаться сидя, то родители меня не услышат. Говорил! Ой! Это шум из спальни? Надо проверить. Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Надеюсь, я ничего не забыл. Погоди. Что-то здесь не так. Наверное, почудилось. Вроде не заметили. Ай, ужас. Опять 25. Я говорил! Так, надо пойти полить цветы. Вратарь где? Устроить дымовую завесу.
Стой! Здесь кто-то был? Ну ладно. Вот дурак, а! Ой, блин, сколько дыма! Пойду гляну, кто там мне пишет. Что-то не так. Полить цветы. Куда ты пинаешь? Thank you.
Надо пойти отлить. Детка. Эта дверь была открыта! Давай бегом на помощь, наш сын куда-то делся! Куда это ты собрался? А ну иди сюда! Сейчас ты у меня получишь!